Привет всем! Собралось у меня несколько коллекций сезона ВУ 21-22 года, и сейчас посмотрим, как они выглядят, да, коллекции сборки и по две игрушки в основном у нас каждая коллекция. Вообще выглядит очень симпатично, получились игрушки. Ну и давайте начнем, наверное, с самых таких, которые больше всего мне понравились. Да, это вот такие вот у нас птичка-крутилка. Да, выглядит очень-очень неплохо. Вообще в этом году Kinder, мне кажется, двинулся в нужную сторону, по крайней мере, меньше стало прям явно вот такого, даже не знаю, как сказать, ну, таких игрушек, которые сразу же отправляются в мусорное ведро, да, скажем так. Стало много интересных, действительно, таких симпатичных игрушек, и вот одна из этих коллекций, да, это вот такие вот крутилки у нас. Это зайчик и вот кто это, пингвинчик, да, попугайчик. Да, и вот они такие одинаковые, в принципе, но выглядят очень-очень симпатично, крутятся классно. Такой в некотором роде спиннер, да, от Kinder Surprise. Так, далее тоже очень симпатичные получились печати в этом году. Вот такие вот классные печати, тоже напоминают на Тунс чем-то. Это медвежонок и волчонок маленький. Ну и вкладыши от них тоже выглядят очень симпатично. Да, вот такие вот вкладыши. Так что можете отсканировать, добавить в Apple ID, и такие вот у нас тоже два представителя, собственно говоря, с печатями. Единственное, что печать немного туго открывается у них, но зато вот такая вот маленькая, аккуратненькая, да, красная лапка. Итак, дальше давайте с этого же ряда начнем, продолжим, вернее, да. У нас вот такие вот две рыбки, да, ну, тут как-то небольшая игра, надо постараться закинуть, да, рыбку в пасть нашей, не знаю, китам, да, касатке. Ну и вот так вот это все делается. Надо так нажать, да, и каким-то образом попасть ей в пасть. Ну, отличаются не только цветом, да, синяя и черная. А, глаза, да, глаза не наклеил. Тоже есть глаза у черной, конечно же. Ну и вот такие тоже достаточно симпатичные игрушки. Ну и вкладыши от них. Тоже два вкладыша, да, в этом сезоне все просто, по две игрушки коллекционные, иногда по одной, тоже сейчас увидим несколько представителей одинарных игрушек. Ну и не обошлось, конечно, без классических таких натунцев, хотя они в этом году, конечно, по качеству намного хуже, чем коллекционная серия. И в одном из роликов у нас как раз был белый медведь, как этот с коллекционный и вот обычный, ну обычный, конечно, намного хуже нарисован, но тоже очень такой вот вид симпатичный. По сути, всего два у нас таких представителя. Нет, три. Еще один будет, да, одинарный. Это вот собачка, медведь. Такие зимние у нас с Северного полюса, да. И да, вот два вкладыша к ним. Так, далее у нас из таких симпатичных тоже игрушек, похожих, да, на Тунс, это две сборки, лягушонок и ящерка, которые, собственно говоря, у нас зажимами являются, да, можно отпечатки на бумаге оставлять. Вот такие вот их тоже две в коллекции. Такая вот лягушечка и кто это у нас, не знаю, хамелеон, ящерка. Вот их тоже две игрушки в коллекции. Кто нашел, тот всю коллекцию собрал. Далее у нас есть два вот таких вот, две утки, да, два лебедя, не знаю, что это у нас за... Такая, такой тоже представитель серии Натунс, можно сказать. И можно, видите, как нарисовано на картинке, хранить какую-нибудь бумажечку. Ну, не знаю, влезет ли вообще какая-нибудь бумажечка сюда. Но вот такие вот две похожие друг на друга красивых, так, красивых энты, да, немецкие, наверное, утки. И тоже очень-очень выглядит неплохо. Итак, из одинарных у нас почему-то горный баран, одинарная, да, игрушка, нет у него никакой второй игрушки в коллекции, ну и вот такой тоже он очень симпатично получился, наверное, даже получше, чем наши белый медведь и волк. Ну вот такой у нас представитель Натунс. И очень напоминающая какие-то старые сборки, бабочка тоже почему-то одна, вот ВУ сезон, видите, то есть новый сезон, можно ее так на пальцы девать. И такая вот бабочка тоже с бумажным элементом у нас неплохая попадается в этом сезоне. Итак, далее у нас из интересного это две таких пулялки, да, что ли, не знаю. Вот, это у нас тоже на тему снежную. Да, много у нас в этом сезоне игрушек разных.
на эту тему, да, такого серого полиса. И здесь у нас вот два домика. В одном у нас живет тюленчик, похоже, а в другом живет у нас человек. И надо просто вот попасть на мишень, если нажать на кнопочку такую, то он у нас улетит. И, собственно говоря, надо каким-то образом приземлиться на мишень. Ну и вот тоже две таких симпатичных игрушки в этой коллекции. Так, далее из новенького, такого необычного, это у нас два цветочка появилось, одинаковых, в них есть поролон внутри, и если налить воду, то он, соответственно, видите, вверх-вниз, что цветочек опускается, поднимается, ну, такая оригинальная сборка, да, два вкладыша к ней тоже, ну, абсолютно одинаковые. Ну, из худшей, наверное, сборки этого сезона, это у нас будет волчок, хотя тоже бывали и похуже в прошлые годы, да, все эти непонятные ворота были и да, разные бумажные какие-то самолеты были похуже. Тут у нас вот когда вкладыш лучше, чем содержимое, да, такие два дракона, динозавра нарисованы, а по факту у нас появится, ну, только если плейду добавить, а вообще вот таких две у нас бумажных волчка, да, две бумажные волчки и вот только подставка не бумажная. Но тем не менее хорошо крутится, но без волчков никуда, прям традиция, каждый год есть обязательно волчки. Ну что ж, вот такие вот коллекции удалось собрать. И ну, надеюсь, что соберем, тогда все, запишем тогда ролик. И посмотрим, что Kinder преподнесет нам скоро. Да, новые коллекции скоро, две. И может новые сборки обычно тоже добавляют при выходе новых коллекций. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы не пропустить. И всем спасибо. Пока-пока.